значит, тут такая интересная приписочка есть. Наша жизнь – игра, карточный расклад. Играют люди, играют силы. Последние делают это при помощи первых, равно как и наоборот. Для просчета будущего всей планеты. Вот, ну, собственно, у меня все. Да, я согласен, тут она как бы взаимо... То есть, как с одной стороны управляет, так и мы можем. То есть, тут такое все переплетено. Ну, просто наблюдаем, мы как бы рассматриваем карты больше, сказал бы, в развлекательном варианте, а не как это, типа, истина. Вот. Ну, посмотрим просто, как, что тут интересного и что произошло. Мы ведем, как обычно, непринужденное как бы исследование. Все, не больше. Ну, давайте вернемся. Вот автопром Германии, Volkswagen. О, сейчас электронная лупа. Плюс, да? Что у нас тут написано? То есть опять эта стена когда-то была, ее разрушили, да? Ну, когда это аэропорт там... какой-то, нет? Нет, это великая... Смотровая башня. Это, скорее всего, Берлинская стена. Стена похожа на Донецкий аэропорт. Вот. А там не ИВ написано, буква В в стене разрушена. ИВ? Нет? Вот мне, тоже кажется, Е, В. Хотя вроде прямо палочка какая-то была. Да не, ну они специально разрушили, чтобы сделать буковку В разрушенной. ИВ так пишется, да? А ИВ это что значит? Мне, честно говоря, тут ничего особо так. А не глаз это написано? Не глаз? Ай, глаз. Та-дам. Ну там мужской символ есть, любовь, буква М какая-то. Да тут все понятно, анархия, вон, все разрушится, прибегут эти самые курды и все уничтожат. Ну там сейчас же это действие происходит как раз таки. Вот женщина заходила, рассказывала. Да все, все, порешали, дальше. Понял, что с Германией делать, дальше. Хакеры получают прямому контролю бота. Это Слава. Угу. Что Слава? Нет, это хакеры это постоянно Слава. Же информацию про них выкидывают. Что-то взломали они там, повлияли на выборы. Ну, причудливая группа фанатиков. Ладно, тоже. О, универ. Что это такое вообще? Университет у них какой-то. Ну, я так думаю, что это типа под этим, под... Ой, блин, а рисунок, конечно, уматный. Тут чуть ли не Бэтмены сидят, чудики какие-то учатся. Ну, сущности личности темные. Ну, да. А училка с косичками или что это у нее такое? Нет, это как будто подключен к мозгу, что-то к ней. Да. Просто с планшета плохо видно. А смотрите, да. Это как осьминог, у нее даже руки с пятнами, как у осьминога, присоски есть, да, заметьте? Нет, тут змея нарисована на руке. А что это за игра такая? Какая? Ну вот этой карты, это что такое? Иллюминаты. Это есть карты иллюминаты? Это мировой порядок. Да. И не спрашивайте, что означает то. Ну, если у кого какие-то мысли высказывайте, у меня, честно говоря... Лоу! Не, там написано что? Мисс Лейдинг. Мисс Лейдинг. Правый верхний угол. Да, мисс... Мисс Промах это? Мисс Газпром. Леди. Ну, может, урок... Кто там английским мисс владеет? Мисс Леонинг, то есть мисс обучающий, обучение. Ну, вот это ИОУ, вот это вот, ну, долговое обязательство какое-то по Википедии. Ну, кстати, ну, а чем обещание это не долговое обязательство? Пожалуйста. Только то в бумажках, а так на словах. А заметьте, у какого-то там из спины меч торчит. И воткнутый, я бы сказал бы даже.
не в кожухе, а именно воткнутый, похоже, сейчас. Да, ну, и просто вот это такой значит... намек на то, что они мертвые. Это не, это намек на то, что в университете иллюминатов самим же студентам загонят нож в спину в один прекрасный момент. Вот и все. Там черт сидит, какой-то военный как будто. У другого мозга почти нету. Нарисован как шарик, как будто маленький мозг. А у второго свечка в руке. Ну вот, верующие, шарики за ролики, там всякие. Ну, тут уже понятно, как обычно, всякими гороскопами можно влиять на кого хочешь. Ладно, дальше. О, налоговые, офигеть. В тему. 5% вообще. В начале вашего хода вы можете обложить налогом одного любого оппонента, взяв верхнюю карту плавно из его колоды. И можете посмотреть на нее, прежде чем даст вам. Это не является действием для налоговой. Грубо говоря, за счет налоговой ты можешь узнать весь документооборот, узнать всех конкурентов, точнее, все действия твоей компании, проплаты, и так узнать структуру твоего бизнеса. Ну, вообще классная карта. 5-3-5 коэффициент. Обалдеть. Ты, грубо говоря, связываешь руки человеку и можешь этим свой бизнес продвигать за счет налоговой проверки. Пожалуйста. То есть, обратите просто. Внимание, человек висит, то есть он жив, ему минимум вреда. Потом дальше цепь с крюком, то есть тут уже пытать можно и так далее. И плюс пулевые отверстия в стене, то есть тут же и расстреливают. Все в одном месте. Ну да, тут как бы человек скручен, и все в этом духе. То есть, грубо говоря, бизнесу как нот и физическому может быть наступить капец. Либо откупись. Вот деньги, то есть... Человек считает, и видно, вот человек больше не как пытающий, а как бухгалтер он больше похож где-то. То есть, видите, в бухгалтерском варианте. И это они больше, это как бы образно больше нарисовано. Что это для бизнеса подобно смерти, то есть, либо угрозе гибели, угроза жизни самой компании. Так, ладно, тут мы все увидели, дальше. Израиль, ух ты! Так, контролировать Моссад можете. Израилю симпатизируют повсюду. Николая здесь нету. Израиль может вмешаться в любую атаку, независимо от нравственности, направленности, даже если она привилегированная. Это истина. Что ты говоришь, Николая здесь нету? Что ты говоришь? Нет, другого есть. Неизвестно. Ну вот смотрите, обратите внимание, очень интересный момент. Сам расклад карты, то есть возможность силовых ведомств Израиля, то есть практически везде, то есть повсюду. Не то, что симпатизируем, не будем вникать так настолько на это слово, это именно повсюду. Израиль может вмешаться в любую атаку, то есть где угодно. И даже, смотрим так, вот написано, и независимо от направленности, то есть он может делать все, что угодно, то есть средства, которые пользуются эти ведомства, и в любой ситуации они у них всегда оправданы, то есть у них практически руки развязаны. Вот, тут место, побережье, нация. То есть, скорее всего, следующее действие будет иметь там, где вот... Ну вот бабка, кстати, вот с косынкой. Ну так это ж Палестина, у них вечно Израиль, Палестина, вечные военные действия. И причем нападает Израиль первый. Да, палестинцы все время защищаются, и границы нет. Кстати, 5 назад выброс был в новости, что в Сирию полетели самолеты израильские и начали там их обстреливать. И те ответили, соответственно, да, в Сирии. И знаете, что они написали им? Еще раз вы будете отвечать на наши атаки, мы уничтожим ваши базы. Представляете? Они отбивались, им сказали, еще раз такое будет, если вы будете отстреливаться, мы уничтожим вас. И вот такой выброс был. Ребята, а знак вот этот треугольник с кругом? Это их, внутри. Это еврейский. Звезда, да, видишь? Так. Нет. Как нет? Ну вот этот белый треугольник с красным этим. Белый. Белый, типа, треугольник. Обод какой-то, видите?
Да. А дядька сидит на стуле, да? И на него камни падают. И в шапке. Это он кидает что-то. Или черный он такой, волос у него. То ли араб, то ли синегразный, непонятно. А то, что им Израилю симпатизируют, это правда. Много. Они даже сюда приезжают консультировать Путина, там и не Путина, они тут и много чего сделали. Плюс то, что многие страны после, ну, Второй мировой, Германия, там, они платят им за то, что они, типа, там, после Холокоста, им огромные деньги туда поставляют. Даже сама Америка им деньги туда платит, вкидывает. А это, может, это как турок сидит какой-то? Да бог с ним, с этим турком, там, там непонятно. То есть, то ли он закрашен такой грязный, то есть, потому что условия такие ужасные, что... Но, скорее всего, да, то есть арабская какая-то страна с мусульманской верой очень похожа, потому что в платках в основном женщины ходят у них. Ну, женщина престарелого возраста. Так, в арабских странах все ходят в хиджабах, все женщины. Ну, в последнее время, да, в некоторых не было, а приняли недавно. Вот и в Иране, например, раньше не ходили, это вот только после войны там начали. Ну, так в плане последних 70 лет, правильно? Ну да, до этого, ну, многих не было. Ну, не, были, ну, да, но не вообще. Да, я согласен, я видел фотографии в Иране, пляжи 40-х годов, так там женщины купаются в купальниках. А сейчас нельзя даже лицо открыть. Ну ладно, продолжим. Он аварии делает специально, видите? Ну да. Хобот. Да не, мы уже прошли, там пробухло уже все. Про спиртное, извините. Не, ну это известно, что они... Ну да, это уже обсуждать даже не хочется, но уже как-то приелось. Ну там розовый хобот был какой-то. Ну, ГМОшная продукция, вот, вырастет хобот, будешь кушать в Макдональдсе. Контроль профсоюзов, очень похоже, что человек сталкивает профсоюзы сами, то есть не будем воспринимать это чисто как аварию. А кто такой Джимми Хоффа? Ну, забейте в Google. Просто если я сейчас буду искать в Google, тогда исчезнет картинка. Да я гуглю, я гуглю. Вот. Джимми Хоффа. Это у нас американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах. Ха-ха, вот так. Понятно? Вдруг в соседнюю сотку улетел. Я устал и ушел, все. Так, точная дата смерти неизвестна, предположительно конец июля, начало августа 75 года. Ну, что-то неспроста его изобразили здесь. Официально признан умершим 82 года, нормально, да? Угу. То есть он пропал в 75-м, через 7 лет сказали, ну ладно, чувак умер, все, не будем искать. Да. Ну это как будто сталкивают два лагеря, да, две машины. Ну да, вот он занимается этими делами. Мэдисон Авеню. Став, кстати. You need more staff. Став это что у нас? Став? Став? Став. Ну, это смотри, что. Это могут быть работники, рабочий персонал. Разные значения, да, у него? Понятно. Да. Ну, ну тут фанги. Ну, то есть, американцы... держать свои деньги, именно держать, вот именно в кармане, то есть непозволительно обычным людям. То есть став тогда обслуживающий персонал будем воспринимать. И вы должны иметь больше обслуживающего персонала, который не может иметь свои постоянные деньги. Все, то есть у вас, соответственно, больше корпоративная власть, возможности, и, соответственно, работники лучше работают. Можно так только читать. Ну да. Ну, ладно. Ми-5, ух ты. Разведывательные агентства скрывают что-то в очевидном, начиная с Первой мировой войны, как минимум. В качестве действия группы вы можете отвергнуть одну попытку раскрытия любой или все ваши карты планов. Вы можете повернуть все ваши открытые карты планов снова лицом вниз. Ну, тут как бы не будем обращать внимание на... значение в игре, а больше как, что именно британские разведывательные агентства структуры. Больше, они вот копают ну, в исторические корни, по сути, развития любой корпорации, компании, и, ну и, соответственно, и правительств.
И наблюдают за всеми. Ну, вот они, получается, шпионят и занимаются подменой понятий. Не-не, они, скорее всего, это все хранят. То есть, видите, тут же как бы идет в контексте, что они могут раскрыть план карты и спокойно. А что-то не в стиле у него в зонте красного цвета. Ну, да. А если его развернуть, будет черно-красный зонтик. А это зонтик сверху, если смотреть на красно-черный зонтик, да, сверху, то ты видишь фирму Umbrella, значок фирмы Umbrella. Она реально существует. Ты перегибаешь уже. Ну, в смысле, фирма Umbrella существует, ты что, не знаешь? А чем она занимается? Она занимается, кстати, косметикой. Арифлейм, Эйвон, это все Umbrella. Да. А посмотрите, замочная скважина, она как будто пешка. За пешками наблюдают. Да, да, да. Кстати, да, пешка реально на шахматной доске именно так. Точно. Ух ты, милиция. О, наша милиция нас бережет. Зелеными мордами. Милиция помогает или сама атакует на уничтожение. Ее напечатано, власть увеличится на 1. Но, кстати, я вот скажу вам, что у милиции всегда вот маленькая способность вот, даже на этих картах, но стабильность самой системы вот очень большая. То есть сопротивление это воспринимаем как стабильность, и власть — это возможность к действию. Вот так вот. Так. Да. Зеленые совсем мусора. Есть там и хорошие, так что не надо тут перегибать. Так, дальше. Ух ты. Нефтяные компании. Вообще конкретно. Да. И все на фоне золота. Да. Или это бочки. Бочки. А, кстати, по одной из легенд, то, что-то проскакивало, что если уже... Получается, что есть там внизу нация какая-то не очень, ну, то есть не нация, а как это, какой-то вид. И вот они просто за счет, скажем так, своих представителей в этих компаниях заставляют больше выкачивать из недр нефти, чтобы мы ее перерабатывали. Чтобы им веса было больше, им это мешает. Даже такая есть легенда. А раскапывают, ну, бурят, забирают часть нефти, закрывают это. Через 2-3 года приходит, опять полная бочка нефти. Откуда она берется? А не, вы что? Есть такой, правда? Нефть добывается ровным счетом, никаких пустот не оставляется. Нефть выталкивается из недр земли. Идет замещение ровно куб нефти на куб воды. То бишь... Если существует такая теория, что там кто-то снизу, да, сидит и нам говорит, забирайте нефть, она нас уже подхарила, то мы им взамен даем воду, пресную, классную, питьевую воду. Ну да, тут можно долго общаться, потому что как бы, если в этом не проработать хотя бы лет 10, то разговора тут не о чем. Вот. Мозги, это чистая истина тоже. Секс, видел, написано? Да, в кубиках льда. И на мороженом тоже. Диснеевские мультики расшифровку смотрели, там везде секс. Это показано, чтобы расы между собой скрещивались. Черные с белыми, с красными. Да, и с розовыми. Да, кстати, Келеш, да, классный. И трубочка, видите, не трубочка, а зонтик вот этот в бокале с треугольничком. Да. И это, скорее всего, даже не видно, но, наверное, это, знаешь, как этот, трезуб в конце. А желтую расу никто не заметил в этом вот подстаканнике? Банан какой-то лежит. Типа банана, да. Желтую расу как раз-таки задавливают вот этими тремя расами. А вот да. Купите, а может, это наоборот, банан это имеется намек на половой член? Типа на желтой расе все жиждется будет. И черные, и красные, и белые. Ну, это не каемка просто? Каемка. Ну, то есть, каемка вот она идет. Нет, это не просто каемка. Желтый цвет действительно здесь расу обозначает. Да-да-да, здесь желтый присутствует. Каемка вон ниже идет так с такими полуизгибами.
А что написано в квадрате вот этими? Опасно что-то? You need more. Why in war? Блин, еще и сбоку написано. Ты видишь, оно по всему кругу идет. По всему квадрату везде все написано. То есть, смотри. Why in war? You need more in war. Что такое in war? Не понимаю. Ну я ж сказал, иллюминати, новый мировой порядок. Ты нуждаешься. Да, ты должен... Новый мировой порядок, победа. То есть покупай его. Everything, все. Everything be... Блин, вот распутал. Блин, жесть, тут реально по квадрату, тут реально все написано в каждом. В каждой грани написано предложение. Shoot up and play, что это? Стреляй и играй, что ли? Да. Ну, shoot up, заткнись и играй. Shut up and play. Да, закрой рот и играй. Все, так и делаем. Мы переходим с этой карты. Погнали дальше. Андерграундные газеты. Когда ничего это... себе, подземные газеты. Ну, нет, что, андерграундные газеты — это сленговое название. Опять же, метро, что, типа... метро. Нет. Есть коммерция, есть андерграунд. Типа как андерграундная газета, это ну не желтая пресса, это типа как пресса, которая пишет правду, опять же. Это сленг андерграундной газеты. То есть это противоположность коммерции. И спрашивает тут, are you God написано? Ага, ты бог? Ну. Класс. Yes, of course. Все, отлично. Погнали дальше. Том Круз, смотри, стоит слева. А справа Брэд Питт, да? Ну да, это самое. Только что-то у них какие-то не наушники, а трубки какие-то в ухо. Да, для добавления мозга, что ли, давления мозга, чтобы лучше... Биороботы, может, скафандры просто, знаешь, а это типа трубка давления, там какая-то или еще что-то, кислородная. Ну ладно, дальше. Не секретно, неинтересно. Борцы за свободу. Если борцы за свободу вовлечены в атаку на получение контроля над любой группой, далекой от правительственной группы, удвойте общую власть атаки. Если борцы за свободу когда-либо получат контроль, контроль над нацией или картой правительства, предоставляющий штат, их власть становится равной. Вот так вот. Ну ладно, пускай тут... А тут ничего, тут больше даже ничего не найдешь никакого. О, привет! Блин, какие у них морды страшные, особенно у самого верхнего левого. Вот это, да? Не, это правый, левый, самый верхний. Да, мне тут как будто у него ушки, рожки какие-то. Не, этот вообще жесткий. Посмотри, левого, самого верхнего, у него кровь идет с носа. А слева, слева посередине, с красным бантиком, на Путина похож. Да, на Меркель похож. Да, кстати. Используя свое действие, Верховный суд может отменить одно действие любой другой группы правительства. Да, включая группы правительства за пределами Соединенных Штатов, не спрашивайте. Вы не хотите знать. Это какая-то небесная канцелярия, блин. Да нет, я думаю, обычно. Это как раз-таки паразиты, вот эти вот, которые захватили наш. А посмотрите, вот обратите внимание, фон, как будто у них за спиной вот это глаза, вот это, а на лбу у него треугольник. Ну, это похоже на северное сияние. Да нет, вот как будто там морда какая-то непонятная проявляется. Ну да, тоже можно так. Это жесть. Так, ладно, дальше. Ух ты! Привет! На. Смотрите, какая постанова. В павильоне снимают все. Дает любой контролировать. О, любой... мое любимое. Ну, люди, а ведь вот этой карты были выпущены в 95-м году, представь. Да, да, именно так. Ну, 100 пудов в курсе были, мужики. Да, конечно, блин. А прикинь, вот в 95-м бы вот это кому-то показать и сказать вот так и так. Да фу, ты что? Да показывали, все знали уже, кто надо. Ну да, и которые сидели потом в одной палате с Наполеоном и Юлием. А сейчас думаешь, лучше что ли будет? Ты тоже пойди скажи, что земля плоская, и так же посадят. Да не садят, что-то видишь.
Ну, ты не сильно, видать, разошелся. Что это у него с лицом? Какая-то обезьяна, ну, да? Смотри, он какой-то обезьяноподобный. Ну да, гопники, то есть. Вот... Кинг-Конг вон сидит, кстати, на Нью-Йорк стоит билдинг. Видишь? Не, ну я думаю, что это больше похоже на указание, вот как бы вот, когда Кинг-Конг вот приходил, да, то есть в городе Хаос, вот то же самое, сам вот Хаос в самом Нью-Йорке. Вот это не чисто, это в частном порядке, то есть это происходит, это везде происходит, и очень много криминальных групп, вот судя вот по, скажем так, глобальности и насколько это устойчиво, это событие здесь происходит, сама динамика, ну, это, да, скорее всего, да, долго, и Нью-Йорк, то есть просто в этом зальется. Ну да, как раз вот эти беженцы и так далее. Ну, кто контролирует, грубо говоря, криминальные группы, тот им контролирует Нью-Йорк. Ну, так. Ну, а, кстати, зацени, у него разрез глаз, он азиатский такой, а в Нью-Йорке как раз-таки еще с 90-х рулят кто? Китайские группировки, русские группировки, японские. Ну, триады там, всякое такое. Ну, триады, якудза, да, и наши русские матрешки. Вот, треугольник, как обычно, значок, и опять этот какой-то непонятный сниф. Ладно, дальше тут АНБ. Извращенцы. Да. Сидит, улыбается еще. Реально извращенец, посмотри на него. Тайный компьютер. Ну ладно, проходим. Всем известно, что такое НБ. Да. Хорошо, дальше. Телефонные хулиганы, опять же, значок этот на лице. О, тролли. Это вот так выглядит. Точно. Это именно тролли. Не, они похуже выглядят. Но это первая стадия только. А, да? Мутация. Ладно, дальше. Интервью. Интервьюеры. А, те, которые хотят узнать социальные, как бы, настроения, ходят по улице. Да, иногда устаешь. Мы вам скажем, мы вам всю правду расскажем. Мы вам всю правду расскажем. Это, кстати, вот интервьюеры, это вот те, которые... Пустите меня на канал, я вам всем поведаю правду, я знаю все, у меня высший уровень просветления, я знаю все, пустите меня на канал. Вот это интервьюер. Ну, кстати... Просветение. Вот, и вот за счет, кстати, своих даже вопросов они могут корректировать мнение человека даже вот, ну, очень, ну, часто. Да. Ну да, вот посередине стоит, типа, без мнения барышня, и ей... Один говорит yes, второй говорит no, она вмешкается, не знает, что. Ну да, а хотя шла в магазин и занималась своими делами. Ладно, это такое, карта не очень сильная. Принцесса Ди. Ну, это уже как бы за этот. Если никто не знает, принцесса Ди, как бы две теории. То есть первая, ее убили, потому что она... начинала рассказывать про секреты королевской семьи, что они как бы развиваются. Она на другой клан перешла, насколько я знаю. Из этого, ну, да, и, ну и второе, то, что для очень сильно не понравилось, более страшное, это то, что она среди народа имела, ну, скажем так, симпатию, очень большой как бы уровень симпатии, и она начала встречаться с арабом. И, грубо говоря, в другую семью переходила к шейху. И получается, что семья королевская очень сильно бы пострадала. Ну, они ж трясутся за чистоту гена. Ну, да. И поэтому, да, они ж там не люди, на самом деле. Так, сбережения и займы. Вот, грубо говоря, то есть за счет, ну, банковской системы. В их случае не за чистоту гена, а за грязность гена. Чем грязнее, да, тем лучше. Да, правильно.